первую очередь подразумевает увеличение мощности тепловой на 188 гигакалорий в час, значит, увеличение мощности электрической на 120 мегаватт. Мы предполагаем, что это обеспечит в полном объеме, в первую очередь, теплоснабжение города Благовещенск. Это, в первую очередь, район Золотая Миля. Есть еще ряд районов, которые, ну, находятся в северной части города Благовещенск. И почему же до пути предусмотрены при строительстве второго очереди? Для чего они нужны? Железнодорожные пути предусмотрены для того, чтобы производить доставку крупногабаритных грузов на данный объект. Это нужно, в первую очередь, с точки зрения экономики данного проекта, потому что, имея железнодорожную ветку, мы де-факто не провозим оборудование через город, не расширяем существующие автомобильные дороги, имеем достаточно большое плечо с точки зрения доставки непосредственно грузов. То есть мы можем из любой точки Российской Федерации, поместив на железную дорогу, разветвленную железнодорожную сеть, нам это позволяет сделать постоянно.